нестабильная ситуация в Сирии и вообще в регионе Ближнего и Среднего Востока, безусловно, влияет негативным образом на ситуацию в России в общем и на ситуацию на Кавказе в частности. Это совершенно очевидно, поскольку я напомню, что выходцы из России, и в том числе с Кавказа, воюют в рядах Исламского государства, и их не так уж и мало, более 2000, может быть, и больше. И в случае возвращения вот этих лиц это может создать и ситуацию дестабилизации в ряде регионов, по крайней мере, в ряде каких-то населенных пунктов. Но я думаю, этого не произойдет, поскольку имеются базы данных на этих лиц. Но, тем не менее, как тенденция, это, безусловно, будет сказываться на возможной дестабилизации ситуации, что является и целью Исламского государства. Я напомню, что Исламское государство не раз угрожало России освободить, так скажем, в кавычках, освободить Чечню, создать исламский халифат на территории Кавказа и даже на территории юга России. То есть это явная угроза, и к этой угрозе нужно относиться достаточно серьезно.